Ребят, добрый день. Скоро, вот, ну, буквально с неделю я решил записать вторую часть про данный телефон. И могу сказать, что есть минусы. Минусы, которые очень сильно мешают работе человеку, который брал его чисто для того, чтобы в помощи ремонта, какие-то видеофиксации, до-после готовой работы. То есть, сегодня, вот, допустим, комментариев мало, естественно, понимаю, телефон не такой популярный. Вот, разговор был про сколько там держит батарея, я ответил, что в реальности там, скорее всего, не так много заряда, ну, то есть не 9600 емкость. Поставил две батареи, понимаю, что это не самое лучшее, лучше, когда к контроллеру подключаешь, но у меня Type-C-шного нету до контроллера, то есть, ну, скажем так, я не смогу замерить емкость, но меня уже смутило о том, что эта программа вычислила, что у него 9600, так никогда не бывает, потому что там может быть 9660 или даже 8700, и то это хорошо. Похожу пару дней, расскажу про батарею, потому что это один из козырей, который типа там показывается про этот телефон. Есть ли какие-то еще моменты, очень хочу рассказать про то, как служба поддержки, не, я считаю, неадекватно поступила, то есть там без хамства, без ничего, но предложила вернуть телефон туда, в Китай, чтобы они заново прошили, кинули мне какие-то инструкции на китайском языке, которыми вряд ли владею. То есть я никогда не прошивал телефоны, но превратить телефон в кирпич тоже не хочу. Я его брал для работы. Отдавать уже телефон и оставаться ни с чем вообще нет смысла. Я расскажу про эту проблему. По-моему, в первом видео рассказал, что иногда микрофон отключается, более подробно. К чему это вообще видео? К тому, что если у кого-то есть какие-то вопросы, кидайте в комментарии к этому. Возможно, они какие-то появятся, возможно, никто это не посмотрит видео. Но следующее будет разговор про батарею, про микрофон, про службу поддержки. И потом отдельно про FlirTech. К нему вообще вопросов нет, он свои деньги отбивает, он много показывает. Я шотов много настрелял. В принципе, адекватный, недорогой тепловизор своих денег абсолютно стоит. Вот это бесполезная штука, максимум ногти посмотреть, что там у тебя. Тоже есть вариант, наверное, тоже про нее расскажу, про эту камеру. Эти камеры дерьмо абсолютно, то есть дешманские, то есть если где-то что-то снимать, красивые закаты, может быть, видео ничего, светочувствительность нулевая, ночью вообще телефон перестает быть телефоном, без фотоспышки ничего абсолютно не снимает. Но все же это остальное я расскажу в следующем обзоре. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Вот недельку похожу, статистику соберу по батарее, и новое видео будет. Следующий отзыв. Таких будет много. Походил, впечатления и, скажем, некий отзыв.